Подписывайся, ставь лайк, и твои шансы на Лего вырастут в 2 раза. Чекай. Всем хей, с вами я, Денплей, и сегодня мы с вами купим скин на Джина в Бравл Старс. Не буду тянуть, ребята. Вот этот скинец, вот за 69 гемов. Очень классный скин, я его очень давно хотел испытать. Вот, смотрите, он просто офигеть какой классный. Я его хотел еще, когда он вышел, но он стоил 80 гемов. Ну, сейчас скидочка на него, я куплю его. Он офигенный, он просто офигенный. Просто мне вот так нравится, я серьезно вам говорю. Ну, прям вообще крутой, крутой, крутой. Так, давайте, значит, покупать. Так, ну, погнали покупать, ребята. Нажимаем эту кнопочку, за 69 гемов покупаем. Делаем просто скриншотик вот такой вот какой-то. Пират Джин, скин включает особую модель бойца. Окей, давайте, за 69 гемов, погнали. Вот такой вот он крутой, классненький пират Джин. Ну, прикольный скин, мне он лично нравится. Не знаю, как вам, но я его давно хотел. И, наконец-то, это моя мечта, Brawl Stars уже исполнилось, короче. Так, давайте Джин. Выбираем нашего Джина. Джина-пирата. Прикольный скин. Так, где Джин? Где Джин? Чё за неполадок? Я его не вижу чё-то. А, вот Джин, мой любимый. Так. Так. Мы, в принципе, я, кстати, сейчас коплю боксы, ребята. Вы видели прошлое открытие, где я открыл 50 сундуков? Мне нифига не выпало. Вот скажу вам серьезно. Шанс я вам боюсь уже показать. Я вам уже боюсь его показывать, потому что, ну, это какое-то позорище. Прям позорище. Друзья выпадают моим одноклассникам на очень маленьких шансах, а мне вот на таком большом шансе не выпадает нифига. Вот вообще, что за безобразие. Одиночное, давайте, погнали. Ну, классный скин, вот серьезно, мне он нравится. Так, давайте покатаем за Джина и буду открывать где-то боксы, когда, может, сезон кончится. Сезон кончится через 3 дня, и, в принципе, я, наверное, сделаю открытие снова же такого количества боксов. Блин, вот я косой какой-то. Ну, почему я так скосил? Блин, там меня еще ждут эти, Пайпер. Блин, Пайпер меня сейчас убьет. Я вам серьезно говорю, Пайпер меня сейчас просто хедшот мне сделает вот так вот, и все. Опа, так. А, ну я ее надурил чуть-чуть. Я ее чуть-чуть обманул. Так, ну давайте. Опа, погнали. Все, наша точка. Это наша... Ой, блин. Она спали... О, давайте, Пайпер, зажимайте, пацаны. Братики, ну Булан, ну что ж ты такой... Баран. Булан, что ты такой баран? Ну, окей. Видимо, это ему так... И надо так. Он умер, да? Он вроде умер. Я просто не обратил внимания особого. Ух ты, там еще один Булан-баран. Ну, Шали его убила. Ух, там еще Дэрил. Как его звать, уже не знаю, как его обозвать. Так, давай, иди сюда, я сказал. Ух ты, блин, какая колбаса, блин. Да не, я боюсь. Ну окей, 4 этих бойца осталось. И, в принципе, хотя бы 3-е место нам бы занять. Потому что 4-е такое себе место. Плюс 4 кубасика. Это считаю я мало, потому что по сравнению с тем, сколько... Ну, короче, нужно поднять Brawl Stars, а это 14500, то по сравнению с победами вот такими вот по 4 кубка, то понятно же, что это мало. Так, давайте же за Джина первое место займем, что ли, давайте. Ух ты, блин, падла такой, ах ты ж, вонючка такая. Окей, 3-е место, ну нормально, давайте теперь, чтобы в ШД не играть сильно много, потому что многие, короче, просто играют в ШД, всегда поднимают кубки. А я люблю Броубол играть, люблю в осаду играть. Давайте, наверное, в осаду и в Броубол сыграем. Прикольные режимы. Ну вот, новые режимы я не люблю, ребята. Я просто вот этот, например, как его режим там называется? Одинокая звезда. Это мне вообще, он прям вообще не заходит. Я в него так ненавижу играть, что это просто... Я лучше, блин, удалю игру, чем буду в него играть и поднимать в нем кубки. Ну, короче... Ну вот, до чего понты доводят, вот я это вам не раз говорю, что, ну вот, тупо забей гол, ну нет, он же не будет, он будет просто трикшоты, рикошеты делать. Окей, да, рикошетился, да, понтовался, все, братан, до свидания, этот ульту слил. Давайте мы тогда
Так, я не знаю, тут какая-то такая ситуация, что я не знаю, сложно как-то играть. Так, иди сюда. Блин, а у него, наверное, 2 тычки, да? Не, он дурак. Не, я дурак. Блин, ну мы вообще дураки, короче, мы проиграли. Забили нам первый гол. Так, ну там ульта. Там ульта заюзана. Там убивают этого барана. Так, окей. Ну, я не знаю, что теперь делать. Мы сейчас сольемся обратно. Ух ты, ой, как хорошо. Мне это нравится. Вот мне там, ладно, пофиг на этих баранов. Тупых игроков. Так, дайте выйду. Давайте в осаду лучше пойдем. Но мне Шелли... Ой, тут... А, тут награда за поимку. Блин, точно. Окей, давайте тогда... Ну, давайте в захват кристаллов пойдем. Вот, серьезно, я так не люблю, блин... Ой, точнее, люблю наоборот Шелли, когда она с ультой вот так вот просто пробивает стенки вообще. Это офигенно так заходит. Мне так нравится играть вот так и видеть, когда нам забивают так. Ну, это реально так круто выглядит как-то. Блин, тут крыса оказывается. А чё бы не сделать суперсел компании Brawl Stars, бойца нового, которое будет название «Крыса». Вот почему нельзя сделать? Все крысы обрадуются. Такой браулер, который пожестче, чем Бул, в кустах вот так будет крысить. И название у браулера будет «Крыса». Так, ну блин, почему моя ульта такая короткая? Я знаю, что Джина фиксили, потому что у него ульта была какая-то сильно длинная, сильно, короче, имбовая. Но мне кажется, это ошибка. У него должна быть побольше ульта, все-таки же мифический, блин, браулер. Ну, как говорят у меня в школе. Для русских, кто не понимает украинский, то это... Как это так? Перевод. Как это? Ну, вообще, я не понимаю. Ну, мифический браулер, вот, например, Тара, она... Блин, ну, это как всегда, блин. Слив, я не понимаю. Ты, елки-палки, че у меня такая ульта дурацкая? Я или просто играть не умею, блин, за Джина, или просто так и надо, что я не могу играть. Окей, давайте тогда сливаем эту катку, ну, потому что никак уже ее не вытянуть. Фу, Джин, сорян, потому что... Сорян. Зачем я говорю «потому что»? Ну, окей. Блин. Давайте брубол пойдем еще раз. Надеюсь, там норму челики попадутся. Мортис Биби нормально пойдет. Если умеет на них играть, то мы затащим катку вообще. Тут тоже Биби, Мортис и Шелька. У Шельки пассивка есть. Ну, конечно, это печально будет для нас. Ну что ты делаешь вообще, блин? Тупой Мортис ты такой. Ай-яй-яй, блин. Мы сейчас сольемся, как всегда. Потому что эти понтовщики такие, блин, какие-то дурочки, блин, ненормальные. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, как всегда, блин. Чего бы нельзя просто было пойти в нормальную атаку, надо понтоваться, блин. Эти понтовщики такие тупые люди, просто ненормальные. Да иди сюда. Да давайте, забивайте и все, это нереально, блин. Лучше пойду в ШД. О, давайте потянем время, давайте. Да давай, блин, забивай быстрее, ну задрал уже, давай. Ой. Блин, ну если бы они, блин, обратно тупанули, как всегда, то... Окей, я не против бы. Не, ну это туп... Ну, это... ну нафиг это, блин. Сейчас будет бомбить у меня уже. Если я солю сейчас, блин, еще в шедем, блин, плюс, то это вообще, я сейчас буду орать уже. Окей, давайте пойдем в ШД. Нита у нас впереди. Так, давайте. Ты фармишь там боксик? Так, уйди отсюда, это мой боксик. Ну, отвали от меня. Не туська, отвали. Блин, ну... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, у меня ульта есть. Так что давай отвали от меня. Нита, ну дай пройти, блин, это моя вообще точка. Ой, как хорошо подошла под урончик. Так, иди сюда. Хорош. Так, давайте. Мы типа отходим. На самом деле мы будем ее там злить. Вот так вот, давайте, мы типа отошли. А потом на самом деле вот так вот возвращаемся. Не, ну прикольный скин. Вообще он смотрится так вообще классненько в катке, да, реально.
иди сюда. И я зря это сделал, короче. Я еще и притянул плюс. Ну да, я тупанул, короче. Так, минус 5 кубков. Окей, давайте еще одну катку сыграем. Ну это какой-то... Блин, какая-то жесть вообще. Фу, это капец. Я тупо слил джина. Ну ладно, не будем расстраиваться, потому что, ну, все-таки... Ух ты, уху, как пролетело, вы видели? А ну иди сюда, я ж тебя отомстю за все, и вам всем отомстю, что это, о, джин, там братик джин, давай затеемся с тобой, ну хоть затеемся с джином. Затеемся с джином, надеюсь, он нас не закрысит. Ну, вот затеемся. Ну давай, тим, джин. Ну окей, я тебя буду тогда вон там вон злить, вот так ульту фармить. Вон, иди сюда. Ах ты, блин, пада такой. А ну иди сюда. Не захотел со мной тимиться, так что иди в баню давай. Где он там? А вон он. Женя, иди сюда, джин. Ну джин, давай, блин... Затимимся с тобой, или как? Ну я же хочу, блин, затимиться, чтобы затащить катку. Давай затимимся. Окей, ты тогда наш не тиммейт. Так что тебе хана. Ты же не крыса, Эль Прима. Ну ты же не крыса. Ну подожди, ну ты же не крыса, Эль Прима. Хопа, ах ты, блин, падла такое, блин. Накачанная, перекачанная. Окей, ребят, давайте закончим, потому что я сейчас солю все кубки. Все-таки тяжело играть на таких кубках, блин, на этих бравлерах. Все, с вами был канал Денплей. Всем удачи и всем покедова!